В Карагандинском регионе завершают подсчет ущерба от паводка. Глава региона поручил комиссии принять все меры по ликвидации последствий ЧС и в кратчайшее время завершить оценку убытков. Ирина Вабищевич продолжит тему. Аким Карагандинской области Ермаганбет Буликпаев в Шиском районе встретился с пострадавшими от паводка жителями и провел заседание оперативного штаба. Глава региона поручил комиссии принять все меры по ликвидации последствий ЧС и до сегодняшнего дня завершить оценку ущерба. В настоящее время районная комиссия активно работает. Завершается техобследование домов, этим занимается аккредитованная организация. Со следующей недели мы приступим к выплатам. Кроме того, пострадавшим будет оказана единовременная материальная помощь в размере 100 МРП. Рассматривается вопрос выкупа или строительства домов. Комиссия, в которую вошли специалисты ветеринарной станции, определила потери скота. Из-за паводка погибло 111 голов животных, 22 лошади, 72 головы мелкого рогатого скота и 17 крупного. Владельцам компенсируют ущерб. В районе также начали восстанавливать внутренние дороги, где произошли переливы. Во время паводка в селах района было откачано 39 тысяч кубов талой воды. Уложено 45 тысяч штук мешкотары. На укрепление защитных валов ушло 2,5 тысяч тонн инертного материала. Ермаганбет Буликбаев побывал в селе Кайракты, осмотрел подтопленные дома и пообщался с жителями. Без крыши над головой никто не останется, заверил аким области. Будет оказана вся необходимая помощь. В селе Кайракты жителям, дома которых были подтоплены, помогут углем. Пострадавшим от паводка помогают и неравнодушные казахстанцы. В Шиский район уже доставлена благотворительная помощь от предпринимателей, Ассамблеи народа Казахстана, общественных фондов и других структур. 29 марта к нам пришла вода. С тех пор здесь с нами постоянно местные власти, спасатели. Оказывают помощь, восстанавливают объездную дорогу. Идет оценка ущерба. Спасибо неравнодушным жителям, которые собрали для нас гуманитарную помощь. Это ведь природное явление, винить никого нельзя. У меня дом подтопило, разрушен сарай, гараж затопило. Домашняя скотина уцелела, вовремя отогнал ее в безопасное место. Ирина Вабищевич, Николай Шевелев, 5 канал.